Здорово, Империя! Микрофон Артём, это канал Snow Worm TV. Новая игрушка. Вот-вот, недавно вышла, короче, появилась в Epic Game она. Эксклюзивно, то есть пока вышла там, это ранний доступ игры. У игры нету русского, как обычно. Я ее, конечно, ждал, эту игрушку, потому что она очень похожа на Painkiller. Ну, блин, фиг его знает. Почему тут нет русского? Возможно, русского нету пока, а потом добавят. Типа, это все-таки ранний доступ. Так. Run, Shift, присесть. Dash V. Фига себе, на кнопку V не очень удобно дэшиться. Да, кстати, у игры еще оптимизация не очень. Вот. Pray for forgiveness. Какой такой пистолет прикольный. Че, я взял? Че? Туториал, короче. А, надо идти по этим штукам, красным. О! Здорово. А, ну это тренировка, типа, понял. Прикольно. Ладно, идем дальше. Сюда нельзя. Книга какая-то. А, ну вот мне так вот, видимо, идти. Потом дальше сюда. Сюда. Здесь что написано было? Заклинание какое-то есть. Ну, прям никакого заклинания нету. Мини-карта. Перезарядка. Смена оружия. 1, 2, 3. Прыгать. Таб меню. Инвентарь. Вообще-то рогалик, по сути. Смотрите, есть карта. Какие-то эти есть. Ганрум даже есть. Воркшоп. Инвентарь. Что это? Второй уровень нужно, чтобы использовать. Есть портал какой-то. А, я вот сюда иду, все правильно. Так, это вот эта штука. Вот портал. Дальше будет какой-то огонь. Посмотрим. Знаете, похоже на Dark Souls, но с оружием, да? Ну, атмосферно так, да? Прикольно выглядит. Музыка такая. Ага. Это, короче, прокачка. У нас нечего прокачивать. Так, здесь у нас зеркало какое-то. Workshop Mirror и оружейник. Экипировать гир. Ну, надо только пистолет. И какое-то зеркало. С третьего уровня доступно. Значит, нам надо, наверное, в этот идти. Портал, я так понял.
А, ну есть, короче, только пока доступен один вот этот Скарлет. Вход в экспедицию. Континуум. Пока интересно, но ни черта не понятно из-за отсутствия русского языка. Вот. И, конечно, плохо, что она вышла только в Epic Game. На консолях ее нету. Хотя, что-то я слышал слухи, что она была кооперативной игрой. Ну, что-то кооперативом тут пока не пахнет. Так, смотри, текстуры погружаются. Черепки какие-то. Dangerous. А в конце босс. Порталы какие-то есть, сундук. Дать смотреть. Вот сундучелка лежит. Нужен ключ. А ключ на карте не показан, да? Дома заходить нельзя. Давай пошагали, посмотрим, что тут еще есть. Так, на карте снизу в левом углу отмечены эти. Тут немножко темновато. Опа. Бежит он. Я тебя слышу. А, на карте они показаны красными точками. Вот здесь еще один бежит. Вот он. Там еще трое их. Еще двое бегут. Так, допустим. Что тут у нас есть? Вот черепок, кстати. Не знаю, что такое черепок. Гад стреляет, смотри, а. Что-то тут, по-моему, тоже ключ нужен. А где вот ключ брать? Еще один. Надо в голову стрелять. Так, где взять ключ? Вы достали. Вот кристалл. Забираем. О, спел, кстати. Давайте спел откроем. А где брать оружие? О, сундук. Какие-то эти. Во, кстати, ключ. Письмо какое-то. Вернее, перо. В инвентаре, наверное, да, лежит оно? Еще какие-то монеты надавали. А вот здесь что-то еще есть. Вот где-то здесь я вот вижу на карте. Вот сундук. А, один ключ всего, серьезно? Я думал, можно... А, вот я, короче, убил их, мне дали.
Вот тут еще один есть сундук. Да, посмотрим. Так, вот он, где-то здесь. Вот он. Демонические патроны. А вот эту штуку почему-то взять не могу. А, вот, смотри, стандартные патроны, демонические патроны. А как их одевать? Непонятно. Возможно, я пока их не могу. Может, как-то я могу перезаряжать? Нет, да? Так, тут, походу, ничего больше нету. Вот эти закрытые сундуки. Вот еще вот этот, походу, открытый. Где написано Ammo Chest? Где открытые? Давайте сходим до того сундука. Так, где он? В той стороне где-то. Было неприятно. Вроде бы не задело. Вот он здесь лежит. Вот. Ну, удобно, что показано точками, конечно, на карте. Блин, что закрытый сундук? А, нет, еще дальше. А, он плюсиком показан. Вот еще один ключ. Сейчас пойдем тот сундук откроем. Из него перышки падают. Непонятно, для чего перышки. Поэтому так. Тут какие-то вот порталы есть. Давайте посмотрим, сходим, что за порталы. Тут вроде чисто. Черепа, кости валяются, скелеты. Так, вот сюда куда-то. Вот сюда? Нет, туда, в лес. В глубину леса идем. Посмотрим, что это. Анжелика какая-то. Подобрали. Нам сюда. Тут народу многовато. На карте. Ой-ой-ой. Бля, я застрял. Ой-ой-ой. Очень много людей. Это какой-то странный тип. Он телепортируется. Ух ты! Минус 3500. Блин, с этим пистолетом вообще ничего не сделаешь. А можно как бы это? Оружие какое-нибудь другое, пожалуйста. Нет?
Так, мы, короче, подохли, и у нас все отобрали. Так, нас все отобрали. В принципе, у нас ничего и не было. Сейчас разберемся. А я могу, наверное, забрать свои души, как в Souls играх, с того места, где я умер. Все то же самое, да? Вот пентаграмма какая-то появилась. А, вот мой трупик. То есть, в принципе, да, наверное, все-таки. Можно. Так, сейчас мы тут всех перестреляем. Вон они повылуплялись. Почему так мало урона издалека наношу? Блин, он меня поджег. А у меня аптечка, так понял, нет, да? Давай вот это возьмем. А что это появилась такая штучка какая-то? Сундук зато можно открыть. Пойдем дальше. Сейчас идем туда, где нас шлепнули, чтобы отомстить им. Тут магия какая-то, но она что-то ничего не делается. Какая-то пентаграмма какая-то есть тут. Что за пентаграмма? Ой. Может быть, не надо было нажимать? Все собрал? Все, что выпало? Тут еще, походу, сундук. Где он? Наверху, что ли? А, все, пентаграмму я уничтожил. Так, ну пойдем забирать свой труп. Пистолетом, конечно, такое себе. Где я подох? Попадайте.
Да блин. Да. Вот ты падла, конечно, а? Тут прыгущая. Кристалл какой-то, плюс один. Что за кристалл? Тут скачет, прыгает он. Еще 1 000 000 человек. Это пистолетка с 6 патронами. Это что-то вообще с чем-то. Я не могу взять оружие какое-то нормальное, а не вот этот вот пистолет с 6 патронами. Не могу, да, у меня нету. Мне нужно выжить, короче, и тогда я только смогу. Ой, что ты сделал? Улучшил, короче, пистолет на плюс один, походу. Вот, тут, походу, чтобы открыть следующую, нужно сделать вот так, типа 100 убийств. Потом пусем вот это, короче, ну поняли, да? Сделала зарубочку на пистолетике. Реликвий нету. Штук тоже нету. Скиллов тоже. Это экипировка гира. А где это все купить можно? Получается, не продается нигде ничего. С 3 уровня. А я какой уровень? Где написано? Левел 1. Ладно, давайте еще один заход. Ну это чистой воды рогалик такой. Но игру должны еще доделать, потому что она в раннем доступе. Если игра в раннем доступе, то тут как бы лучше подождать, пока она максимальненько раскроется. Вот где он лежит? Сундук. Так, я взял ключ. Опять перышко. Ладно, идем. Так, а давайте сразу шлепнем. А прокачаемся на них. Почему, когда издалека стреляешь, у них урона меньше? О, с них начал ресурсы начали с них падать. Что-то раньше не падали. Смотри, с них эти падают. О, бутылка. О, двойной прыжок есть. Где-то еще. Еще двое. Гад попал, смотри, а. Есть.
Так. Waypoint дамаг. А, перышки для рерола нужны. Отлично, все, погнали. Сейчас мстить будем. Вот у нас двойной прыжок есть. Он стамину тратит, кстати. Двойной прыжок. Ну и бег тоже тратит стамину. Должны отомстить за себя. Там тут парень, который телепортируется, блин, это вот что-то с чем-то. Нужно наказать его. Вот почему так мало дамага, когда ты издалека стреляешь? Ох, я там повылазила их. А как выпить бутылку? Как бутылку выпить? Не понимаю, как бутылку выпить. А, вот. На ку. Я еще жив, падлы. Вот он, который тпшится. Надеюсь, я тебя убил. Надеюсь, ты там один такой. Капец, там народу повылазило. Только в упор она... А, вот еще один такой. Еще один телепортирующийся. Капец их тут народу, конечно. А можно так много их не вылазить? У меня патроны кончились, серьезно? А что мне делать, когда у меня нет патронов? Да, забили меня насмерть. Патроны выпадают, короче, из ящиков. И, видать, нужно экономить патроны. Для того, чтобы вот так не остаться без патронов. Но народу очень много, а пистолет вообще говно полнейшее. Ну, не знаю, почему из большого расстояния он попадает по 4 хп, а в упор он бьет нормально. И приходится приходить в упор, чтобы бить из этого пистолета. Странно очень сделано. И лучше, конечно, стрелять в голову, так как в голову больше всего дамага вливается. Так, сколько мы уже играем?
Окей, давайте здесь остановимся. Берите на вооружение, кто любит такие вот, знаете, это реально какой-то соус-игра, смесь с рогаликом и шутерной механики. Прикольно сделано, необычно, но выходила бы она на Xbox, я бы, наверное, себе ее взял на Xbox. На ПК, ну, оптимизация такая себе, на моей старенькой видяхе 1050 Ti. Игрушка некомфортная, я чувствую, у нее она играется не очень, короче. Вот. А если вам понравилось, как говорится, берите на вооружение. Игра есть только в этом, в Epic Game Store. Она пока эксклюзив. Возможно, годик подержится, потом в Steam появится. Вот. С вами был Костадар Артём. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчики. Приходите на стримы. Увидимся. Всем пока-пока.